Мне материальный мир нравится очень сильно. Работаете в нем? Что за проблема? А как там надо утром встать, надо на урок, а потом надо на работу? Это у всех проблемы, не только у вас. А почему как вы нас не учите? У нас молодежь есть, он неправильно воспитан, как действовать в материальной... Где вот это, какие правила? Я не могу никому в этом деле ничего диктовать. Человек, который... хочет духовно развиваться, он должен уравновесить этот мир и духовный мир. Кто нас учит? Кто нас будет учить этому? Как я сама надо... меня семья не занимается кабалой. У вас у вас есть муж, дети? Нет. Надо? Я знаю. Нет, надо. Значит, слушайте, я вам ничего не могу сделать. У женщины это немножко по-другому, чем у мужчины. Я всегда говорю только об одном. Мой ученик – это тот, который находится во время урока или, по крайней мере, в другое время, но находится каждый день на связи с моими уроками. Так что, по крайней мере, 2 часа в день вы должны уделять тому, что мы изучаем. И, кроме того, какой-то работе с группой. Еще 30 минут, допустим, в день. Вот это ваша рекомендация для всех тех, которые молодые. У нас же нет опыта в материальный мир, нет опыта тут. И вы меня извините, пожалуйста, но... Давайте посмотрим глобально на этот вопрос. Вот другой молодежь, как 20 лет или 22, он начинает учиться в кабале. Ему надо развивать... Что развивать? Развиваться в материальный мир. Но он... Ну, конечно, он должен развиваться, он должен получать специальность, он должен работать, он должен жениться или выйти замуж, должен создавать семью. Все это должен делать, конечно. Ну, а что же? Творец так все создал специально, для того, чтобы вы все правильно уравновесили, и духовный мир, и физически. Мы должны этим заниматься. А в принципе, после занятий всех этих, в течение нескольких, там, допустим, первых лет, у вас получится так, что вы будете накладывать одно на другое. Я могу работать с утра до вечера в каком-то физическом мире, а при этом внутри себя я буду выполнять всякие духовные действия. Одно другому не мешает.